Тема коррупции обсуждалась и во время телемоста, который прошел сегодня во всех регионах страны. На связи в режиме онлайн находились и североказахстанцы. Наши корреспонденты побывали на интерактивной встрече. До прямого включения с Астаной несколько минут. В пресс-центре антикоррупционной службы области собрались депутаты, работники культуры, представители общественности, ассамблеи, духовенства и госорганов. С приветственным словом из службы центральных коммуникаций к участникам телемоста обратился заместитель председателя агентства по госслужбе и противодействию коррупции. По словам Саяна Ахмеджанова, сегодня требуется консолидация сил общества и государства, формирование антикоррупционной культуры. От Северного Казахстана выступила Бахиджан Самиева. Говорила о том, как создавалась антикоррупционная стратегия. Именно Ассоциация деловых женщин внесла предложение о том, чтобы госслужащие, приступившие закон, не могли больше занимать должности во власти. Наши предложения получили отражение в этих законах. Поэтому я считаю, что это своевременный телемост, который сейчас проходит. Постоянно общаемся мы с обществом, постоянно мы разговариваем, что только от каждого из нас зависит, как будет развиваться наше общество, как мы должны постепенно избавляться от коррупции. Участники онлайн-встречи солидарны в том, что следует активно проявлять нетерпимость к любому коррупционному проявлению. Протоиерей Сергий докладчиков слушал внимательно. Согласен, что с социальным злом бороться должно не только государство. Это, наверное, с самого детского возраста нужно человеку прививать это. Но, как говорится, если мы будем пытаться объяснять детям, что это плохо, а сами будем так поступать, то мы будем обманщиками. Поэтому есть такая поговорка, что не воспитывай детей, а воспитывай сам себя, потому что они вырастут точно такие же, как взрослые. В телемосте приняли участие сенаторы, журналисты, актеры, ученые и олимпийские чемпионы. Кристина Горбаченко, Тимур Ахматуллин, новости МТРК.